Всем привет! Сегодня у нас будет очередная распаковка. У меня в руках телефон Redmi 6A, но речь сегодня не о нем, а о его предшественнике. Итак, у нас в сегодняшней распаковке телефон Redmi 5A. Сейчас мы откроем, посмотрим и заодно вместе немножечко поверхностно так сравним, посмотрим, как они изменились или что изменилось. Смотрите, тут у нас пломба, по-русски написано, опломбировано. Первый раз, честно говоря, такое вижу, чтобы в китайских телефонах была такая русская пломба. Так, ну, divide should be sent to chat account. В общем, вот по-русски написано. Смотрите, если пломба повреждена, вам обязательно нужно заснять на видео этой распаковки и отправить по WeChat. В общем, продавец, у которого я это покупал, он относительно недавно, относительно молодой продавец на AliExpress, поэтому он вот так вот, не знаю, как это назвать, очкует или остерегается нечестных, наверное, покупателей или что-то. В общем, как-то так. Он мне почему-то, я заказал у него два телефона, он отправил один, то есть один, потом говорит друг. В общем, отдельно их стал отправлять. Зачем? Не знаю. Смотрите, Mi Global, это, собственно, магазин такой. Так, мы здесь видим, у нас переходник. Значит, у нас версия китайская должна быть, по идее. Все, у нас больше ничего здесь нет, есть только в комплекте переходничок. Сама коробочка, вот так она у нас болтается, она у нас не запечатана. Ну ладно, смотрите, China Mobile, видимо, перешиты, наверное, на Global версию, скорее всего. 4G+, давайте смотреть, что у нас тут есть. Значит, 3 гигабайта оперативной памяти, 32 встроены. Телефон Redmi 5A. Вот так вот выглядит сам телефон. Вот это у нас Redmi 6A. Давайте я положу, чтобы было видно. Это у нас Redmi 6A, а это Redmi 5A. Так, ну давайте сразу же посмотрим. У нас, по большому счету, у нас много не изменилось. У нас была на канале распаковочки обзор Redmi 4A. Это Redmi 5A. Снизу мы видим, что у нас остались кнопочки управления. Вот они. Видно, не видно, надеюсь, видно. Вот. Физически. Снизу у нас микро-USB, микрофон, на задней стороне крышки у нас звуковые отверстия, камера, одна компонентная вспышка, сверху у нас располагается инфракрасный порт, микрофон шумоподавления, аудиоджек, спереди у нас фронтальная камера, здесь у нас датчики, звуковое отверстие, сканер отпечатка у нас нет. Смотрите. У телефона Redmi 6A у нас отсутствует ИК-порт. Так, давайте мы нажмем, пока телефон включается, посмотрим, что у нас входит в комплектацию. Комплектация у нас скрепка, смотрите, большая. Китайская зарядка и провод, в принципе. В общем, стандартно. Здесь у нас макулатура, ничего, в принципе, нового. Так, давайте мы посмотрим, сколько у нас телефон весит. Тридцать восемь грамм весит сам телефон. Это у нас Redmi 5A. Redmi 6A весит 147 грамм. Так, и вес вместе с упаковкой, это для тех, кто ждет телефон, чтобы знал, сколько он весит целиком. 225 грамм.
Так, мы снимаем пленочку сразу же. Давайте смотреть, что у нас с языками. Да, прошивка здесь, скорее всего, у нас стоит, скорее всего, глобальная. Так, а где же у нас русский язык-то? Вот он. Много очень стран. Версия международная, видимо. Так, пропускаем мы сейчас. Пропускаем мы все сим-карты и все такое. Язык русский у нас присутствует. Телефон очень легкий, очень легенький. Вес я вам уже сказал. Ну, по сути, очень сильно напоминает Redmi 4A. По большому счету, вот здесь, смотрите, здесь мы видим такой бортик. Я думаю, удобно будет наклеивать пленку, то есть края не очень закругленные. Немножечко на пластиковой такой возвышенности, наверное, или как это сказать. В общем, выходит из корпуса. И сюда заподлицо, наверное, хорошо сядет пленочка. В принципе, телефон у нас самый младший из рисовых семечек. Серия А всегда была младшей серией. Сейчас мы дождемся, когда он все-таки включится. Первый запуск идет долго, телефон инициализируется. В общем, на паузу пока нажму и дождемся, когда включится. Уже я включу, когда включен будет. Так, телефон у нас включился. Вот так у нас выглядит. В принципе. Давайте мы сразу посмотрим, насколько он у нас громкий. Так, экран. Мы видим, что у нас на борту. Так, вот так у нас выглядела максимальная громкость. Динамик располагается где-то вот здесь, вот в этой части. Микрофон у нас разговорный, микрофон шумоподавления, инфракрасный порт. Так, давайте мы еще посмотрим яркость. Кстати, смотрите, у нас в зависимости от освещения у нас бегунок бегает автоматической яркости. Вот так у нас выглядит максимальная яркость. Вот так вот минимальная. В принципе, хватит и любителям почитать в темноте и на ярком солнце. На этом обзор мы... Какой обзор? На этом распаковку можно считать оконченной и можно приступать к тестированию, к прогону тестам и к подведению итогов.